Так вот, собственно, сидит парализованный дедушка без штанов, где-то витая в облаках, как он там в пустыне выживает-то один, такой у меня вопрос. Он не двигается, на коляске сам ездить не может, просто за ним же уход нужен, должен постоянный. Конечно, да. А значит, его легко выследить. Конечно. У меня, я тебе рассказывал, есть два любимца из нашей горячо любимой сицилийской мафии, что город Корлеоне, который так мощно воспел гражданин Коппола, я там был. И Марио Пьюзо. Да, Пузо он. Пузо. Там они непонятно бьются, что Корлеоне – это не то Корлеоне. Сердце льва, типа. Да, не то это, ну, львиное сердце от этого, но он там не был, как ты понимаешь. Либо это что-то арабское. Не был там Ричард львиное сердце. Да, что-то там непонятное арабское, неясно. Ну, в общем, это Засранск такой, по сути, деревня, блин. А в ней, я тебе рассказывал, нет, там два входа в долину, и стоят две сторожевые башни. Одна называется... Нижняя Кастелла Сатана, это нижняя, а другая Кастелла Сопрано, это верхняя, блин, именно поэтому Сопрано называется Сопраной, ну, как вариация, тесть не сознается, но тем не менее, вот, ну, маленький Засранск, но Засранск породил в 60-х годах двух главных бандитов 20 века, некого Тото Риина, это Сальваторе, и Бернардо Провенцано. Тото Риино не могли поймать на Сицилии, где 5 миллионов человек живет, 26 лет, а Бернардо Провенцано 43 года. Ни хрена себе. Да. Ну, то есть, это говорит совершенно о другом, что никто их не ловил, как ты понимаешь. Да. То есть, все суки куплены, да. И никому это не надо. И Провенцано, он прятался в домике как раз. В домике. Ну, там, видимо, кто-то... Ну, в книжках одно пишут, то есть, там совершенно ясно, что кто-то стуканул. Но отслеживание, естественно, показало, вот продукты возят, вот белье забирают, там еще чего-то. А самое главное, телевизионную антенну идиоты поставили, антенну увидели, и после этого выпасли и поймали. Но 43 года в розыске, мое почтение. То есть, не это... у всех так получается. Да, не каждый столько прожить, да, успевает. Уж. Это на год больше, чем я живу в розыске. Парни оба просто адские вообще. Ну, это мы отдельно расскажем вам про Сопрано. Да.